Привет, ребята, с вами по-прежнему я, Тадур, и прямо-таки сегодня на моем канале мы начинаем новую рубрику, которая будет называться «Мальчик-ассасин». Ребята, обязательно перед просмотром этой серии поставьте на нее лайки, напишите какой-нибудь положительный комментарий, ведь для меня это будет очень сильно приятно. Ну а также досмотрите эту серию до конца, ведь я над ней очень сильно старался. Ну а я вам желаю приятнейшего просмотра, и мы... Погнали. Ух, так, отлично, все, последний штрих, последняя изюминка, и хватит на сегодня. Устал работать, так много заказов, ё-моё. Так, здравствуйте. Вы чего так поздно? Здравствуйте, я за своим мечом, он готов. Ах, да, точно, ваш меч. О, господи. Да-да-да, сейчас минутку посмотрю. Да, так, кажется, это он. Секундочку, я его немножечко охлажу, а то он прямо из печи только что еще не успел охладиться. Вот, держите, можете попробовать, так сказать, посмотреть. Так, ну, я над ним, так сказать, очень хорошо постарался, так что вам 100% должно понравиться. Ого, какое качество, спасибо. Не за что, я всегда стараюсь для своих клиентов. Так, оплата. Все, спасибо большое, давайте, до свидания. Приходите еще и, пожалуйста, не приходите так поздно. Так, ладно, все, по-моему, это последний клиент на сегодня. И пора уже закругляться, завязывать, сворачивать свою лавочку. Так, ладно, печку можно, в принципе, выключать. Это все сюда. И все, пойду радовать, наконец-таки, своего отца. После тяжелого рабочего дня, то, что я заработал за сегодня целых 5 золотых монет. Ё-моё. Так, а не понял, а чего тут происходит? Говори, не буду я вам ничего говорить. Чего? Пап, что происходит, я не понимаю. Если ты сейчас не скажешь, я тебя убью. Нет. Папа, что здесь делает этот какой-то странный дядька? Делайте, что хотите, я вам не обязан. Все, ты напросился. Эй, вы что, ударили моего папу? Папа, блин, что происходит, я не понимаю. Какого фига? Я ничего не понимаю. Что за бред вообще? Эй, вы отстаньте от моего отца. Вставай. Блин, что за фигня? Ох, блин, папа, кто этот странный дяденька? Может, ты мне уже объяснишь? Идем за мной. Блин, что за фигня? Я не понимаю, откуда он? Пап, куда он тебя повел? Что за бред вообще? Так, ладно, нельзя, так сказать, просто стоять. Надо что-то делать, 100%. Так, надо взять все свои вещи. Хотя, может быть, это мне и пригодится. Так, ладно, молотки сюда положу. Короче, пофигу. Не знаю, куда они там пошли. Наверное, к городу. 100% этот мужик, который пришел забрать моего папу из города. Так, ладно, все, дом закрыл. Надо срочно отправляться на поиски папы. Я не должен все это просто так оставить. Так, ладно. Ничего не понимаю, что он от него хотел. Говори что-то там, тому подобное. Нельзя терять ни минуты. Так, блин, проголодался еще после работы. Ё-моё, надеюсь, они точно в город побежали, а не куда-то там. И вообще, как они успели так быстро удрать? Я же совсем на несколько секунд зашел домой, их тут уже и нету. Вообще, след простыл. Я еще и в городе-то ни разу не был. Папа меня вообще туда очень редко водил. Так, ладно. Еще и ночь, блин, а я по лесу один бегу. Так страшно, ё-моё. Так, ладно, все, в город я уже добрался. Осталось найти своего отца. Блин, пап, ты где? Офигеть, куда его мог вообще увезти этот дурацкий тамплиер? Ё-моё. Так, ладно. Главное, блин, то, что еще ночи вообще никого не слышно и не видно, даже не спросить ни у кого. Ау, тут есть кто-нибудь? Блин, еще и нету никого. Так, ладно, что там за здание такое огромное? Так, все, вроде бы кого-то вижу. Главное успеть, а то вдруг этот странный дядька еще что-нибудь с моим отцом вообще сделать там захотел непонятное. Вдруг он вообще бандит или еще того хуже, убийца какой-нибудь. Хотя это все равно одинаковые люди. Так, ладно. Так, блин, по-моему, я вижу своего отца. Так, папа, я пришел к тебе на помощь. Что-то вообще происходит? Этот ублюдок совершил ужасный поступок. Чего? В смысле ублюдок? Ты чего офигел? Какого фига ты так моего папу называешь? Сегодня он отказался подчиняться королю тамплиеров. Чего, папа, чего они вообще несут? Какому королю тамплиеров? Палач? Чего? Что означает, что он нарушил закон? Ничего не понимаю, в смысле, папа. Какой закон? О чем они вообще говорят? Ё-моё. Ладно, что тут палач-то делает? Во имя отца и сына, и святого духа, и папаши его тамплиера Лавелия Первого, его собаки Риты. Чего? Его голова будет отрублена, и у вас есть право на последнее слово. Чего? Какое последнее слово? В смысле, голова будет отрублена? Горите вы все в аду? Казнить? Чего? Нет, папа!
Блин, какого черта? Какого фига вы вообще там себе позволяете, блин? Вы, блин, двое! Вообще офигели, куда вы бежите, я не понял! Папуль, сейчас тебе помогу! Держись! Блин, офигеть, сколько крови! Ё-моё, пап, ты там вообще живой? Алло, давай, вставай! Ай, блин, чё, кто меня трогает? Вам сюда нельзя? Чего, в смысле нельзя? Прошу, пожалуйста, покинуть ратушу! Чего, блин, да вы офигели, что ли? Тут мой отец лежит! Я должен ему помочь. На выход. Ай, да блин, да что ты меня трогаешь вообще? Отстаньте вы, блин, двое от меня. Дайте мне забрать отца. Какого фига вы вообще, ё-моё, делаете? Обалдели, что ли, совсем? Отвалите от меня, блин, два придурка. Да отстаньте. Ё-моё, что ты трогаешь меня вообще? Отвали, я сам дойду, ё-моё. Блин, обалдели. Пап, я вернусь. Я обязательно им отомщу. Фух, офигеть, да все, выхожу, блин. Ё-моё, махаются еще. Офигеть. Произвол какой-то. И куда мне теперь жаловаться? В какую организацию? Выкрали моего отца, еще и казнили его. О, здравствуйте. Вот вы видели, только что в той ратуше произошел какой-то просто произвол. Они убили моего отца. Это вообще нормально в вашем городе такими вещами заниматься? Да-да, произвол, конечно, я не спорю. Но, чего? Эй, вы что делаете, жалкий воришка? А ну-ка, стойте. Блин, да что с этим городом не так? Одни воры да убийцы. Ё-моё, чего? Это еще что такое? Обалдеть! Что нафиг? Нет, пощадите, пожалуйста. Я должен был это сделать. Что тут, ё-моё, происходит такое? Так, ладно. Мне кажется, этого странного незнакомца в черном стоит опасаться. Возвращай. Так, с вашего позволения я заберу свои деньги, ладно? Окей, пощадите. Вали. Чё, блин? Ё-моё, ну и жесть. Здрасте. Спасибо, конечно, то, что помогли мне поймать этого вора там. И все дела, как бы я вам очень сильно благодарен. Да ладно, не стоит благодарности. Это моя работа. Так, ладно, окей. Фух. Жесть, а вы кто вообще такой? Не говори никому, что ты меня видел. И будь бдительнее на улицах нашего города. Да, конечно, в вашем городе это вообще просто капец какой-то находиться. Я сюда попал по чистой случайности. Представляете, вчера вечером моего отца выкрали тамплиеры из собственного дома, привели в ваш город, завели в ту самую ратушу и казнили. Вообще непонятно за что. Это вообще какая-то жесть. Я не понимаю. И я теперь остался, получается, без отца, один в этом вашем городе. И только вышел из этой ратуши, меня тут уже и обворовывают и тому подобное. В общем, я это самое. Хочу что-то с этим сделать. Не знаю. У меня, знаете, такая дикая ярость из-за того, что я сегодня увидел, как моему отцу рубят голову ни за что эти жалкие тамплиеры. В общем, я хочу отомстить и все дела. Отомстить, значит? Да, отомстить. Блин, вообще просто ярость во мне так кипит. Только я не знаю вообще, что мне делать. Как добраться до того, кто издал этот дурацкий закон, чтобы казнить моего отца и так далее. Вот, держи. И лети за мной, только осторожно. Блин, а что это такое? Литры какие-то. Так, ладно, сейчас погодите, только поем, немного перекушу. Честно говоря, я вообще не знаю, как на них летать. И вообще, это мой первый полет. Ну ладно, это полетели, ну да, пробуй. Так, хорошо. Блин, офигеть! Ё-моё, я чё лечу? Реально, обалдеть! Ё-моё, я, честно говоря, немного не справляюсь с управлением. Так, отлично, все, приземляюсь. Фух, блин, обалдеть, чуть не врезался в эту стену. Фух, так, ладно, я не понимаю. Куда вы меня вообще ведете? И вообще, безопасно ли с вами куда-то идти? Механизмы тут у вас какие-то. Проходи за мной. Так, ладно. Блин, обалдеть, а вы ничего тут со мной не сделаете плохого? А то, честно говоря, вы незнакомый мне человек. И вообще, в новом городе я вас встретил. И вы меня ведете куда-то, непонятно куда. Так, ладно, наверное, вам стоит забрать у меня вот эти вот самые крылья. Потому что, наверное, мне пока что, по моей неопытности, вообще очень опасно на них летать. Место, в которое я тебя привел, база ассасинов. Чего? Ассасинов? Погодите, кто такие ассасины? Я не понимаю. Честно говоря, на этом вашем сленге я вообще не разговариваю. И вот это вот все. Так что вот эти вот ваши словечки, молодежные или не молодежные, я не знаю. Они мне вообще, ну, это самое, не очень нравится. Кто такие ассасины? Я не понимаю. О чем вообще речь? Мы ассасины?
Наемные убийцы? Чего? Убийцы? Ё-моё, город убийц какой-то вообще. Все кругом друг друга убивают. Я надеюсь, вы никак не причастны к убийству моего отца там и так далее. Если ты хочешь отомстить тамплиерам за своего отца, то я могу тебе предложить вступить в наши ряды и стать ассасином. Только тебя надо снарядить. Так, предложить мне стать ассасином, чтобы я отомстил за отца? Блин, слушайте, ради своего отца я на любое ваше предложение соглашусь, и если вы меня, так сказать, обучите там убивать, мстить, снарядите, так сказать, необходимым снаряжением и так далее, то, в принципе, я согласен и стать ассасином, то есть убийцей. Ух, блин, обалдеть, что-то куда-то нажал. Так, ладно, я извиняюсь, иди-ка, бери из этого сундука. В смысле, что тут такое? Какая-то накидка? Так, ладно. Погодите, я не понял, что типа все, я ассасин и все дела. Костюмчик ассасина. Так, ладно, понятно. С вашего позволения я тогда его примерю. Фух, так, отлично, вроде бы напялил. Обалдеть. Ё-моё, вот это прикид, конечно, у меня. Я какой... Да, спасибо. Это еще что такое? Это скрытый клинок для бесшумных убийств. Использую его только по назначению. Обалдеть. Так, ладно, скрытый клинок для бесшумных убийств. Обалдеть. Надень его на свое запястье. Можешь его использовать, но только не на мне. А, ну да, я на вас и не собирался. Фух. Офигеть. Так. Ё-моё. Фига себе. Это что, получается, я могу убивать с помощью этого клинка? Блин, вообще обалденно. Так, ладно, знаете, уютненько так тут у вас. Ну, помимо, конечно, этих черепов. Так, погодите. Это что, получается, всякие костюмы ассасинов? Блин, обалдеть, так круто. Теперь у меня есть свой костюм и клинок и все дела. Блин, офигенно. Это костюмы, да? А, так, ладно, понятно. Слушайте, ну это, конечно, все круто, то, что у меня есть, типа, клинок, и костюм там, и тому подобное. Только, честно говоря, я никогда в своей жизни не дрался там и так далее. И вообще, как бы, я даже своего отца защитить не смог и тому подобное. Научим, ну это да, это само собой, наверное. Ну, раз уж ты все-таки решил стать ассасином, и мы не сидим на жопе ровно, я сходу дам тебе твое первое задание. Обалдеть, ну там уже как бы вечерей, это все дела. Блин, капец, первый день и первое задание, а меня еще совсем ничему не обучили, у меня есть всего лишь-то какой-то там клинок и костюм. Обалдеть, а что за первое задание? Надеюсь, оно будет несложным. Так как королю тамплиеров ты сейчас отомстить не сможешь, можешь убить палача, который отрубил голову твоему отцу. Обалдеть, убить палача? Офигеть, ну это, наверное, сложно будет. Тем более он палач, и у него там такой топор страшный был. Обалдеть, а где я вообще найду этого самого палача? Он же, наверное, давно уже куда-нибудь ушел. Скрылся, как и тот самый тамплиер, который увел моего отца. Он как раз минуту на минуту должен закончить работу в ратуше. Только не говорите то, что я должен буду убить его прямо в городе. Обалдеть, ратуша снизу? Да, я помню об этом. Обалдеть, неужели мне придется убить его? Я же никого еще никогда в своей жизни не убивал, обалдеть. Проследи за ним и убей его. Фух, блин, ну раз уж это мое первое задание, тогда ладно. Наверное, отказываться нету смысла. Окей, ладно, тогда я пошел, что ли. До свидания, удачи, новичок. Да, до свидания, удачи. Фух, блин, обалдеть. Так, ладно, ратуша снизу. Ладно, наверное, останусь где-нибудь на крыше, чтобы подождать его где-нибудь здесь. Так, ладно, теперь осталось только дождаться, когда он там выйдет. Фух, жесть. Честно говоря, небольшой мандраж и даже мурашки по коже. Блин, капец. Так, кажется, это он. Что-то вышел там, осматривается. Так, ладно, нельзя терять ни минуты. Мне сказали выследить его. И все дела, как бы сделать это максимально незаметно. Так, я что-то за ним уже не поспеваю. Так, ладно, по крышам. Погнали. Так, а ну-ка, наверное, нужно проследить им до его дома, пока он там дойдет и так далее. Найти самый подходящий момент. Так, ладно, пока он там где-нибудь встанет или тому подобное. Так, блин, нет, он уходит.
Нельзя упустить его. Так, ладно, все, погнали. Отлично, на, получай. Фух, офигеть. Так, ладно. Вроде бы справился, офигеть. Мое первое убийство. Это была всего лишь моя работа. Обалдеть.